Senesis. Что это значит? Это «здравствуйте». Если говорить, то по возможности на двух языках – русском и татарском. Носители последнего отмечают древний праздник плуга – Сабантуй. Весенние полевые работы позади, пришло время отдыха и веселья. Национальный праздник, мы это очень любим. Все урожай вот сажаем, вот это уже выходит, видим. Чтобы народ жили нам дружно, поэтому вот такой праздник нам дарят. Женщины балуют традиционными кушаньями. Чак-чак, хворост, над, язычки медовые. Самый вкусный – пахлава. В первую очередь тесто, больше похоже на песочное. Вот. И мед. Мед. Хорошо. Орешки добавлены. Где-то орешки добавлены, да, где-то кунжут. Мужчины меряются силой. На ринге бой самарского татарина с крымским. Поболеть за собрата в Самару приехала целая делегация. Ну, в общем, в гости приехали, посмотри. Самаре очень понравилось, красиво, хорошо встретили, хорошо нас. Собравшихся на празднике поздравили первые лица области. Хайрле кен, хайрле дуслар. Добрый день, уважаемые друзья. Временно исполняющий обязанности губернатора Николай Меркушкин вручил самым активным татарам памятные подарки и сам без сюрприза не остался. Похож? Не похож? Да. Слушай, корни это общие. Тысячу лет назад или полторы тысячи лет назад там в Казани начиналось, все перемешано было. Это самая величайшая ценность, уважение друг к другу, другим народам. Мы должны сохранить и дальше. В этом непростом и сложном мире, и мы с вами тоже должны сделать все, чтобы мы точно так же мирно, созидательно трудились на благо наших детей, внуков и правнуков. Праздник растянулся на весь день. В нем приняли участие тысячи гостей и жителей Самары.